Итак, всем привет. Песня играется в обычном строе, стандартный ми. Поэтому сразу переходим к песне. Начинается у нас с открытой шестой струны, с глушением, с применением глушения. То есть кладем ладонь на бридж, и чтобы был звук не такой, а вот такой, глушенный. Чувствуете разницу, да? Так вот. Первая у нас идет две открытые струны с глушением. Потом аккорд ми, пауэр аккорд. Это шестая открытая, пятая на втором и четвертая на втором ладу. Зажимаем указательным пальцем. Потом три удара, снова открытая шестая с глушением. Снова пятый аккорд. Так, повторяется три раза. Потом идет три удара. То есть два удара на шестой струне, а третий удар приходится на аккорд. Уже обычный пауэр аккорд тоже. Соль, то есть G до третьего лада на шестой. Указательным пальцем, третьим пальцем на пятом ладу, на третьей, и на пятом ладу мизинцем на четвертой стороне. То есть обычная форма пауэр аккорда. То есть соединяем. То есть идет. Можно делать с глушением эти два удара. Можно просто по глушенным струнам. То есть не глушенную шестую струну, а просто прикасаться пальцами к струнам и сделать два удара. Можно. Кому как нравится по звучанию. Идет после двух ударов глушенных аккорда, делаем слайд. То есть ударили и сделали слайд. После того, как подъехали на лад вперед, на два лада вперед, ударили открытую шестую, опять глушенную, и аккорд после него уже на шестом ладу. Форма точно такая же, как и здесь. Просто форма пауэр аккорда. То есть указательно на шестой струне, и через два лада третий мизинец на пятой и на четвертой струне. И повторяем его точно так же. Вот этот последний аккорд можно играть ударом вверх, можно вниз. Логичнее, конечно, играть его вверх. Вот, так звучит сам риф. Основной, и он повторяется в интро три раза, а четвертый раз будет немного другой. Идет, как сделали три раза вот этот момент. Идет четыре удара, либо также опять по шестой струне глушено, и три удара на шестом ладу по аккорду от шестого лада, то есть ля диез 5 по аккорду, три удара. То есть можно по глушенным струнам просто. Кому как и нравится по звучанию. То есть вот так звучит четвертая часть в начальном рифе. Дальше опять повторяется риф основной два раза. Все, и идет пауза. Дальше идет
пауза, после нее риф опять, этот основной, 4 раза повторяется, без измененной концовки, без вот этого. Просто такой, такая версия, 4 раза повторяется. Потом дальше идет снова опять 4 раза основной риф, и после него идет припев, продолжается, идет, звучит у нас вот так. То есть как закончили 4 раз риф. Идет просто 4 аккорда, опять этот ми, от открытая шестая на втором, четвертая и пятая струна, потом G, соль, от третьего пару аккорда, потом пятого лада и от шестого. Идет один такт ровно. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. То есть три аккорда эти ровно по такту. И последний такт продолжается этот же аккорд, полтакта, то есть третий аккорд. Раз, два, полтакта. И вторая половина такта, четвертого. Идет 4 удара по оглушенным струнам. И 2 удара по шестому, пару аккордов шестого лада. То есть идет 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И так 2 раза повторяется. Потом идет пауза после первого припева. Тут играется просто основной риф, только на акустике. То есть играется тот же самый риф на акустике, только без вот этих ударов по оглушенным струнам. Просто идет. Без. Просто. Несколько раз он повторяется, 4 раза. То есть и вступает уже основной риф. 4 раза повторяется. И следующие 4 раза, когда он повторяется, идет соло. Оно у нас звучит вот так. То есть повторяется под, оно играется под основной риф, который играется 4 раза, и идет просто на второй струне. Используется обычный камерон и пулов. То есть сдергиваем палец, чтобы звучала открытая струна. И начинается. То есть используется 7, 8, 10, 12 лад. Идет просто вперед чередуется. 5 открытая, 7 открытая, 8 открытая, 10 открытая. 12 открытая. Потом назад идем. Дошли как до 7, идем опять вперед. Как вернулись вперед-назад, то есть. Последняя нота будет отъезжать назад на 5 лад. То есть это первый кусок, второй то же самое, все только вместо 5 лада будет 12. Потом опять повторяется первый кусок и опять второй. И, кстати, можно подъезжать к 12 ладу во втором случае, когда можно просто
9 слайд. То есть как сделали последний камера, улов. Просто подъехали к... ударили на 8 лад и подъехали к 12. Вот так заканчивается соло. То есть 4 куска как бы. Один так заканчивается, второй так. Этой ноты. И два раза повторяются они. После этого идет... заканчивается соло, и после этого идет опять аккорды на припеве, которые используются. Вот эти. Два раза. И снова опять два раза. И так два раза повторяется. И так заканчивается вся песня. То есть в конце идет 4 раза вот эти аккорды, которые были на припеве.